Картина маслом. Колоритные персонажи, загадочные девы, зарисовки из жизни, сны. Все очень тонко и символично. Для самарской художницы Галины Шемяковой выставляться на публику непривычно и любопытно. Писать Галина Борисовна начала несколько лет назад. «Я не профессионал, любитель», – скромничает автор. Но за каждой работой своя история. Я помню, как в деревне девушка сидела и играла на аккордеоне. Тогда я не понимала, что это такое трофейный. И только позже я поняла, что кто-то из наших солдат или офицеров, возвращающихся из Германии, прихватил этот аккордеон. Вот вы видите, вот девушка с аккордеоном. А вот те самые знаменитые шарики. Моего возраста люди все помнят. Это было одно из самых главных развлечений детей. Вот такие шарики цыгане продавали на резинках. Их запускали. Мир безответственных бездельников каждый из гостей выставки открывает сам для себя. Открывает и примеряет, ищет свое место. Я не художник, я не искусствовед, но я бы назвала это мистический реализм. Все, несмотря на волшебство, чудесность какую-то, воздушность, это очень реалистично. Вот как будто бы это про нас самих. Я и себя там узнавала в этих картинах. Иногда так хочется побыть именно безответственным бездельником, ни за кого не отвечать, кроме себя. Вот что хочу, то и делаю. Мне кажется, что их надо смотреть, наверное, в одиночестве, чтобы никто не мешал, чтобы не следить за своими эмоциями на лице, а просто вот отдаться и посмотреть. В этом необычном мире нет чего-то грустного и плохого. 30 очень личных работ, которые хочется рассматривать ближе, узнавать себя, простого, безответственного бездельника. Юлия Черняева, Дмитрий Мешканцов. События.